Намочила в янтарной кислоте пенисетум, лисий хвост, однолетние растения. Я собрала семена, такие ли камышики такие. Здесь он красный был в баночке из-под паприки. А так будет они в янтарной кислоте, будет стоять, ну, ночь постоит, а завтра попробую посадить. В том году у меня не получилось, покупала. А это замочила, думаю, может быть, выйдет. Семена пенисетума летнего, однолетнего, пролежали ночь в воде. Потом я вот так их на салфеточку выложила. Это один сорт у меня, это второй. Не знаю какой. Один с коричневыми листьями, а другой с зелеными, низкий, но более такой лисий хвост у него. Этот, ну, колосок вот этот. Вот такие вот семена у них. Очень трудно отдирается от ворсинок. Ну, будем сажать. Буду сажать сразу вот в такие емкости, в стаканчики, потому что он не любит пересадок. Один сорт будет и второй сорт будет. Посадила, накрыла пленкой и поставила в теплое место. Ждем. 23 февраля. Пенисетум посадила вчера, 22-го. Сегодня подошла, думаю, ну что это такое? Вот, смотрите, проклевывается. Это самосбор. Семена у нас очень дорогие. Я оставила два этих лисих хвоста и собрала семена. И, пожалуйста, ну и открывать пока не буду, потому что вот это вообще, если видно, видно. Смотрите, проклюнулась. Я по три семечки сажала в один, ну, в этот горшочек. Идем дальше. Пенисетум. Вторые сутки после посева. Смотрите, уже какие огромные. Сейчас буду вытаскивать с пакета. Вытащила из-под пакета. О, боже, шикарно взошли. С покупных так не всходят. Два сорта. Один такой, как бордовые листья, высокие, ну, высоченький, похож на камыш. А другой зеленый листья, такой раскидистый, такой у него этот колосок, лисий хвост, такой зеленый с коричневым концом. Очень красивые. Так что будем с красотой. Сажаю сразу в отдельные стаканчики, потому что он не любит совсем пересадки. Его он будет стоять, он даже большой вырастет. Я как-то посадила совсем рано, он у меня такой большой вырос. А это самосбор. Так что собираем и выращиваем. Красота всем мира. До свидания, до новых встреч. На второй день. Реактивные. Будем уже к весне прям будут колоски с колосками. И у них еще одна такая особенность. Вот сорта с коричневыми листичками, ну, бордовыми, они не показывают, когда всходят. Они все будут зеленые, а потом со временем, как взрослеют, тогда будет ну, бордово-коричневый цвет. А так вся рассада зеленая. Это уже опробовано.